Синее море жил осьминожка Матвейка и его семья. Осьминожка Матвейка очень любил плавать по морю со своими друзьями. Но однажды приплыл корабль и забросил большой невод. Осьминожка никогда не видел невод. Решил посмотреть на него и попался рыбакам в сеть. «Помогите, помогите!» закричал Матвейка. Но друзья ничего не могли сделать сетью, чтобы освободить его. Но что же делать? И друзья решили позвать на помощь рыбу-пилу. Приплыла рыба-пила и освободила осьминожка. К незнакомым предметам близко не подплывай. И далеко от дома не уплывай.